Привет. Не знаю, кто там есть. Снял я херню эту. 4 часа у меня заняло примерно. Демонтаж. В таком вот состоянии все. Вот это уже текло здесь. Не знаю откуда, правда. Помпа сама сухая тут. Но тут все мокрое почему-то. Я не вкуриваю. Почему? И поддон тоже в воде. Я думаю, что тут вот где-то прокладка течет. Вот в таком все состоянии, утраханном. Конечно, мотор в такой жопе находится. Ну, в прямом смысле в жопе. Печально все. Пока ничего не буду делать, я задолбался, иду домой. В планах все разобрать, подефектовать, купить новое и поставить. Течет тут сальник один, второй. Течет сальник внутри. Там сцепление. Не знаю, видно тут. Не видно, сейчас все достану. Вот в таком состоянии здесь турбина, в печальном. Тут, в принципе, это не та. Не видно, но интеркулер весь в масле, надо полоскать его. В общем, хочу все это разобрать, помыть, почистить. Покрасить, может, и собрать. План, конечно, блядь, грандиозный. Я хер его знает, получится у меня или нет. Но я постараюсь. Все. На сегодня хватит.